Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони!» Или проект «Мама, купи мне пони!» Встреча с нашими двоюродными сестрами. Все и начнем! У-ху! Так. Ой, что-то мне скучно. Пойду поиграю в свои пони. Ой, нет, не падать! Ой, упали. Бедненькие мои поняши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сестра, что ты делаешь? Не твое дело. Я тоже хочу посмотреться. Нет, я, иди отсюда. Ты еще маленькая. Я старше тебя. Нет, я тебя старше. Нет, я. Так, девочки, что вы тут делаете? Ссоритесь, как обычно? Ой, я уронила вас. Ну, сейчас я поправлю вас все. Девочки, так как вы ссоритесь из-за своего комода, туалетного столика, ну, это можно еще как комод назвать, но это ладно. Я вам как раз решила купить комод. Сейчас в магазине каком-то я нашла комод, идеальный для вашей комнаты. И я хочу вам его купить. Здорово, пойдем в торговый центр, куплю все аксессуары. Да. Мама, можно пони? Ой, доченька, у меня сейчас очень мало денег, и нам надо обустраивать нашу новую квартиру, так как мы только что переехали, поэтому... Ой, ну если останется, то я тебе, конечно же, куплю, но я не знаю, дочь. И мы, кстати, идем в торговый центр вместе со своей сестрой Селестией, она меня там уже ждет, поэтому давайте собираемся и идем. Хорошо? Конечно, мама. Но я думаю, не надо ей покупать пони. Она что, маленькая, что ли, уже? Пони какие-то покупать. Это вообще сейчас не модно и некрасиво, и по-детски. Это не по-детски. Я люблю пони играть. Лучше аксессуары покупать. Они очень красивые и очень идут. А пони твои не лучше. Лучше, не лучше, лучше! Хватит, девочки. Все. Собирайтесь, одевайте свои аксессуары и идем, я вас жду. Я всю маме расскажу. Не расскажешь, расскажу. Девочки! Ну да, идем собираться. Да. Девочки, вы готовы? Да, мама, пойдем. Пойдемте. В магазине. Так, девочки, не отстаем, идем. Бежи, мама, уже здесь, уже здесь. Так, привет, Селестия. О, привет. Ой, да. Привет, Луна. Привет, Селестия, как у тебя дела? Все хорошо. Так, девочки, давайте-ка поздоровайтесь. Здравствуйте, принцесса Луна. Здравствуйте. Ой, привет, девочки, привет, привет. Здрасте. Ой, привет. Как они у тебя выросли. Да, а твои тоже выросли. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Так, ладно, пойдем выбирать, что ты там хотела. Ой, я комод хотела, а то у нас, ты знаешь, новая квартира, и мы должны найти комод. Ой, извините. Ничего страшного. Пойдем еще одежду посмотрим. Пойдем. А комод потом. Угу. Ой, привет, Флауэшис. Ой, привет, Каденс. Пойдем с тобой аксессуары посмотрим, эти всякие аксессуары там. Да, то это мелочь пони любит. Ага, да, одни пони лишь. Угу. Вот там где-то аксессуар. Да, вот эта корзинка с аксессуарами. Вот какая красота. Привет, Искорка. Привет, Лили Блоссом. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Пойдем пони смотреть, а то они свои аксессуары смотрят. Да, пойдем, я не люблю аксессуары, я люблю пони. Я тоже пойдем. Вау, какой большой дом! Это же дом Искорки. Да, а вот Искорка, она идет на боли вместе с своей подругой Зиклорой. Там еще есть аксессуары. О, это моя мама там, вот это моя мама, принцесса Луна. А вот еще другие пони. А вон еще одна искорка, только она из коллекции прозрачных.
Да, вот тут есть Applejack блестящий прозрачный. И вот еще из коллекции прозрачный, это чудо-молния. Ага. О, это набор миссис Капкейк. Вот она со своим ларьком, так у нее почему-то кексов нет. Кексы вроде идут с мистером Пирожком. Да, да. Блин, я бы очень хотела миссис Кейк. Я тоже. Мне еще понравился замок, но он слишком большой, вот этот дом. Ой. Надо выбрать, что взять, а то нам, мне кажется, мама не разрешит. Ну, мама сказала, если у нас останутся деньги, потому что мы будем комод покупать, то она мне купит, да? А мне мама вроде и просто так купит. Ладно, я пока выберу, хорошо? Да, выбирай. А то мне надо. Так... Кого бы мне взять? Applejack можно. Applejack, она просто мне очень нравится. Она блестящая. Такая прозрачная. Мне еще нравится вот кто это. Вот это пони, она тоже как редкая, но не очень. Это Moondancer, она тоже такая прикольная. Да, красивая очень она. Да, Moondancer красивая, но мне еще вот этот мальчик нравится. Это... Я не помню, как его зовут. Но он тоже хороший, как-то Nightwork, или не помню. Но он тоже очень прикольный, этот мальчик. Он сейчас из новой серии вышел. Угу. Да. Мне еще нравится вот это вот. Ой, мод. Она еще идет с крокодильчиком таким вот. Да, в наборе. У нее девушка снимается. Да. Я, наверное, уже выбрала, что возьму. Дай, кого ты возьмешь? Я, наверное, возьму Applejack. Все. А маленькую возьмешь? Нет, я маленьких не очень люблю коллекционировать. Мне неинтересные они. А, стоять. Всех расставлю, пони, а то они падают. Сейчас. Стоп, стоять. Нет, не падаю. Ой. А ты кого любишь, больших или маленьких пони? Я очень люблю... я очень люблю маленьких и больших. У тебя дома есть какие-то? Да, у меня есть дома Рарити маленькая, вот такая вот мини-фигурка. Вот такая вот, видите, как вот Луна тут. Еще у меня есть такая, как из свитбокса моя мама Луна. Ладно, пойду. Ну, Билли Пони мы сейчас попросим. А, я, наверное, возьму большую, вот. Даже не знаю, кого. Может, Искорку? Ну, нет, Искорка мне такая не нравится. Вот тут мне нравится в наборе вот Искорка, но замок. Вот лучше возьму... Нет, не хочу. Так лучше возьму... Вот я из отдельно хочу, потому что это гигантский замок, я думаю, не дотащу. Там есть моя мама Луна, но у меня есть дома Луна. Я вот мод возьму. Вот, с крокодильчиком. Она мне нравится. Во, все, взяла. Пойдем. А, нет, меня крылья перевешивают. Да, пойдем. Пошли. Так, я думаю, я возьму себе вот эту прекрасную голубую юбочку. Мне она так пойдет, чтобы ходить куда-то. Да, на тележку взять нам. Да. Мама! Ой, меня дочка зовет. Мама! Мама! Ой, меня тоже зовет дочка сейчас. Девочки, ой, что вы хотели? Мама, купи мне эту пони. Насколько она стоит? 500 рублей. 500 рублей? Ну, там вроде по карточке скидка 300. О, 300? Тогда да. Бери, конечно же, дочка. У тебя такой нет? Нет, это новая. Это блестящая Applejack. Мама, можно мне пони? Это... Только что называла ее имя. Ну ладно. Ну, мам, можешь мне эту пони? А, мод, все вспомнила. Это мод с крокодильчиком. Крокодильчик от зубастик. Ну, она сколько стоит? Сейчас посмотрю. Она стоит 950. Доченька, давай я посмотрю, сколько стоит комод, если останется там, сколько ты сказал, 950. Да, 950, то я тебе куплю. Хотя еще твоя сестра аксессуары берет. Ладно, давай сейчас все тележки возьмем, а то неудобно. Так, вот эту большую возьму я. Я вот. А, у меня упала она. Давайте я помогу. Спасибо.
А я, доченька, маленькую возьму, вот. Ладно, дочь, давай ложи свою пони. Ура! Ой, аккуратно. Так, иди пока, дочь, к своей сестре. Ага. Это, я пошла. Угу. Дочь, ну ты пока ее, я не знаю, положи на место. Ну подожди, от... Ой. Стоять еще я тебя не беру. Стой, не падай. Так, ладно. Я пойду пока узнаю по поводу комода. Здравствуйте. Добрый день, Ваше Величество. Вы что, хотели узнать? Да, сколько стоит этот комод? Комод? А, комод, все-все. Пип-пип-пип. Брррр. Так, комод стоит... Так, комод стоит... сейчас. А вот... Он так стоит 2000. О, там такая скидка. Он стоит теперь 850 рублей. Такая, это вообще грандиозная скидка, поэтому он стоит 850 рублей. Ого! Я тогда возьму его обязательно. У нас как раз только один остался. Да, спасибо. Девочка, он так... Ой, доченька, он так дешево стоит. Поэтому, да, я тебе разрешаю брать пони. Ура! Пони! Бери ее. Сколько он стоит? 850 рублей. А не хочешь Луна юбку взять себе? Да, пойду возьму себе юбку. Так. Я не знаю, какую взять. А может, мне голубую взять юбочку? Мне голубая идет. Так, а я себе тогда возьму вот эту вот юбочку. Она мне... Хотя нет, я лучше дочке эту юбку возьму. Ну да, дочка будет... Так, так не падать. Дочка будет носить ее. Так, ладно, сейчас надо позвать дочек наших, у которых это старших и младшую мою. Девочки, идите сюда. Да, мам, я тут. Да, мамочка, я тут. Я уже здесь. Так, девочки, мы идем на кассу, вы выбрали. Я уже все взяла. Я сейчас, мам, беру вот. Мы тут корзинку такую обнаружили. Если возьму... Я каденс себе возьму корону. Ожерелье. И сережки. Сережки. Сейчас. Вот. Все, больше ничего не хочу. А я, мамочка, возьму нам мой шампунь. Вот это такой голубой возьму. Ободочек такой возьму себе. Колечко. Не, колечко не очень люблю. Но не знаю. Ой, я хочу колечко. Я возьму себе вот это вот колечко яркое такое вот. Ну, я тогда тоже возьму. Нет, так, сейчас. Вот. Я вот это хочу колечко. Ладно, я тогда это возьму. А, у нас только это бедное колечко осталось одно. Если немного аксессуаров взяла. Я зато себе взяла расчесочку вот эту вот. Вот эту расческу себе взяла. А то мне без расчески неудобно. Еще я себе взяла на голову вот это вот. Все. Это все будет по 250 рублей. У меня тоже где-то 250 рублей. Плюс я еще себе тоже взяла расческу. Вот эту вот. Вот смотри. Вот эту вот. А, ну почему я упала? Так, ладно. У меня все в другую сторону магазина отлетело. Ладно, сейчас найду. Ну вот, короче, это все, что я взяла сейчас. Так, вот все я взяла. Так, мама, идем на кассу. Да, дочь, ложи. Да. Так, у меня все упало, ладно. У нас все падает, как обычно. Тут как-то уж неудобно, тут как-то все. Это в магазине. Так, расчесочку сюда положу. Сестра пони взяла, ну ладно. Дочь, ты тоже ложи это, свой аксессуар. Ура! Бодочек возьму свой. Шампунь. Вот это. Расчесочку. А ты, дочь, себе что-то из аксессуаров возьмешь? Ну, может, только расческу. Да, тебе нужна расческа, а то ты без расчески ходишь. Да, вот. Ну, и ободок возьми себе. Ладно, мам, еще ободок возьму. Так, я взяла 3000. Ну, я думаю, нам хватит. Как раз комод-то по скидке. И ты, кстати, пони свою взяла. Да, здорово. Так, ладно, идемте на кассу все. А, стоп. Так, сейчас. Сейчас я пойду посмотрю. Дети, так, все за мной. Так, сейчас надо в кучку встать, а то мы как-то
Да, мы как тут, так все девочки идут сюда, колечки вот эти все сюда положить, давайте. О, как мы всегда много берем все. Так, ладно, пойдемте. О, там уже очередь образовалась. Я еще это возьму. Блин, еще за нами кто-то, перед нами, точнее. Ладно, подождем. Очередь-то, в принципе, небольшая. Все, подождем. Так, мы будем первыми, ладно? А, да, мы не против. Вы нас подождете? Да, подождем. Сейчас мы с этим комодом нашим. Ладно, девочки, давайте быстрее вперед, а то мы не успеем. Нам же еще надо потом поехать куда-то там на выставку какую-то там. Поэтому, девочки, давайте быстрее. Да, маму, все. И мы, девочки, давайте. Сейчас положу как-нибудь ненадежно. Ну. А, все, не падай, не падай, только не упала бы, все. Так, здравствуйте. Здравствуйте, пробейте мне, пожалуйста, это, ага. Сейчас уберу ноутбук. Бздык. Бздык. Так, с вас всего, так, 300 рублей. Вот, держите. Пакет нужен? Нет, нам не нужен, мне не нужен пакет. Все, до свидания, до свидания. Все, так. Так, проходите дальше. Так, мне пробейте, пожалуйста, вот это вот. Ага, давайте я быстренько. Бздык. Бздык. Так, с вас всего 500 рублей. Вот, держите. Все, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Все, вам пакет не нужен, надеюсь? Нет, не нужен. Так, давайте дальше проходим, проходим. Так, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Так, здравствуйте, пробейте нам, пожалуйста. Вот, это все. Хорошо. Бздык. Бздык. Бздык, 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 бздык. И расчесочку. Ага, бздык. Так, с вас всего... так, сейчас, секундочку. А, все, 1000 рублей я посчитала. Так, вот, держите. Нам пакет не нужен, мы на машине. А, все, идеально. Так, все. До свидания. Так, до свидания. Ой, сейчас. Заходите к нам еще. Да, все. Спасибо, до свидания. Так, все. Ой, да что-то на втором этаже. А, извините, просто стройка идет и все падает. Так, давайте следующее. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Все падает. Так, ладно, пробейте вот все, что упало. И этот комод чудесный. Причем прекрасный комод. Так, ладно. Бздык. 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 А вам пробить этот бздык? Бздык. О, у вас скидка такая. И вы можете взять любую из миниатюрных вот этих пони. Правда? Мама, можно мне взять? О, бери только быстро, давай. Это, кстати, вам будет бесплатно, да. Вот это хочу. Бздык. Пип-пип-пип-пип-пип. Так, с вас... А, так, не падать. С вас всего 2000. Это, спасибо, вам пакетик нужен или вы сами? Да мы донесем.